Азербайджане сформировалась национальная элита, у которой есть свое видение будущего своей страны, в которой будут жить они, их дети и внуки. В Армении, может быть, и есть национальная элита, ну, у армян, так скажем, но только она не в Ереване, она за пределами. По этой причине договариваться с ним невозможно. Потому что как только вы договариваетесь о чем-то с Ереваном и что-то подписываете, немедленно начинаются звонки куда-то там, а потом говорить, ребята, знаете, надо вот тут переписать, а вот это мы вообще выполнить не можем. Ну, так не бывает. Да? Так международную политику не ведут. По этой причине я не верю в будущее нынешней Армении. И в этом смысле Пашинян – это такой символ вот этой вот бессмысленности этого образования. Сегодня так сложилось, что армянская диаспора управляет суверенным государством. Как там объяснял Киссинджер, кажется, Евросоюз? Вот если мне чего от него надо, кому звонить? Ну вот так и тут. Кому звонить? Пашиняну? В Азербайджане все понятно, звонить нужно Алиеву.